Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо, як же наші дніпровські танцюристи справляються під час карантину зі своїми репетиціями, точніше, з їхньою відсутністю. У нас сьогодні на скайп-зв'язку керівниця студії етнічно-грузинського танцю «Шабатоба» Аліса Барамідзе. Доброго дня, пані Аліса! Доброго дня. Пані Аліса, вже четвертий тиждень пішов, розпочався карантину. Як ви не проводите свої репетиції? По-перше, розкажіть, які ваші плани порушилися у зв'язку з цим? Вашого колективу? І ще раз всім добрий день. Я буду відповідати по-русски. Так моя річ буде більш зв'язана. Можна по-грузински. Ну, звісно, нарушились плани всі. Во-первых, были проплачены залы, аренды, естественно, и сложности, помимо того, что да, с людьми, так и, грубо говоря, коммерческие планы, да, они все сдвинулись. Вот, причем на неопределенный срок. Сначала это было 3 недели, мы как-то планировали, ну, там, конец марта, начнем с апреля. Тут теперь и апрель, и пока неизвестны окончательные сроки, когда все это наладится. Ну, у меня сбились графики всех репетиций, касаемо там общих групповых, там детских, естественно, в первую очередь, потом, значит, индивидуальные. Вот, ну, первую неделю я еще думала, что хоть как-то это можно будет проводить там на улице, да, мы будем встречаться, но все люди переживают, все люди нервничают, нельзя нарушать меры карантина. Вот, ну, я танцую ежедневно дома. Поэтому своим ребятам, как бы первую неделю мы еще с ними собирались по 2-3 человека по городу, когда была такая возможность. Сейчас уже ее нету. Вот. Планы сдвинулись максимально, потому что мы планировали там, что будут какие-то конкурсы в мае, в июне, думали к ним планировать подготовку, и апрель месяц это, как всегда, самый такой активный промежуток, когда уже начинается чистка самих движений, если уже есть номера. А вот она сейчас застопорилась полностью, все, мы не знаем, к чему мы дальше будем готовиться. Вот. Як ваші, не знаю, колеги, артисти, да, як учасники колективу, як вони зараз тренуються, не тренуються, проводити, можливо, онлайн якісь репетиції? Начнем з того, що я вообще, в принципі, большой скептик онлайн тренировок, все, що касається фізичних нагрузок, тому що с моей точки зрения, может, это грубо, но это халтура с двух сторон. Потому что ни я не вижу толком человека, и я не могу правильно и вовремя к нему подойти и дать ему почувствовать, потому что танец все-таки это взаимодействие, это не просто упражнение. Ну, конечно, сейчас уже совсем другое время, и люди, и фитнес-тренера записывают много программ с движениями. Вот, берут тоже там как бы за это деньги. Это тоже своего рода такое развитие современное. Но с моими ребятами мне, конечно, тяжело даже проводить там репетиции в Zoom'е. Я понимаю, что я могу им объяснить все, вопросов нет, я делаю все то же самое, но я не чувствую с ними полного контакта, так же, как и они со мной. Вот, но мы выходим из ситуации тем, что я тренируюсь ежедневно дома, у меня есть там растяжка, свои упражнения, там, закачка, все это. То же самое у ребят, они знают все эти базовые упражнения. Мы все время общаемся, налаживаем связь в общем чате. У нас теперь появилась теоретическая часть все время, то, что упускалось, значит, на занятиях, когда много говорилось, но люди, естественно, память избирательно это все отходит на второй план, все больше запоминают физику, да. А сейчас у нас есть время подтянуть теорию, вспомнить азы и так далее. История, знову ж таки, грузинского танцю. Да. И с прошлой недели вот я начала вести прямые эфиры. Они включают в себя просто базовые движения, базы танцев. Но я это делаю тоже не совсем в таком ключе, как видеоуроки. Нет, естественно, в залы я объясняю гораздо больше. И это тоже было бы неправильно, потому что люди за это в итоге платят деньги, а прямые эфиры это на общее, да, поэтому то, что могу, то раскрываю, что нет, все-таки приходите в коллектив, вот. Но мои ребята все подключаются к прямым эфирам, постоянно комментируют, повторяют дома, присылают мне видеосообщения, кто как с детьми во время готовки повторяет движение,
Ну, я считаю, что, конечно, все потерпят какую-то физическую перемену в любом случае, потому что полностью сохранить форму, я думаю, у людей, которые любители, да, которые, для которых это не является профессией, и они сами себя каждый день заставляют так, 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 я не должен выйти из формы, конечно же, у них этот карантин все равно на них повлияет. Вот так вот. Но мы стараемся. Що ви б порадили, не знаю, танцюристам, да, які, ну, з вашого колективу, з інших колективів, як після карантину все ж таки вийти з нормальною формою і розпочати тренування, розпочати репетиції? Адже ну, всім зрозуміло, що карантин – це не тільки низька фізична форма, да, і фізичне навантаження, це ще і, не знаю, така лінь, да, розслабляєшся емоційно і нічого не хочеться робити. Вот что бы вы порадовали, какая ваша основная порада? Ну, я считаю так, что, во-первых, не нужно смотреть такое количество мемов, где говорят о том, что ребята, не переживайте, я буду толстая, ты будешь толстая, мы все будем толстыми, и можно не переживать. Нет, ребят, карантин закончится, нужно быть к этому готовыми, и нужно сохранять все-таки разум свой. Я считаю, что нужно следить также за питанием, ничего не поменялось. Точно так же выполнять свои упражнения, думать о том, что эти же полтора месяца, сколько бы ты смог успеть за эти полтора месяца, и постараться максимально не потерять это время, просто впустую. Все танцоры, я уверена, дома занимаются, я думаю, что нет такого человека, для которого это была бы профессия, и он бы не тратил на это время, потому что танцор вообще не может без движения, в любом случае. И его танец, да, его занятие по жизни, оно не заканчивается только в зале, оно и в обычные дни продолжается дома и регулярно. Поэтому я желаю всем не терять бодрость духа, не паниковать, потому что страх порождает страх, и все это продолжает приумножаться. Смотреть сериалы, те, которые вы откладывали надолго, но тоже в это сильно не погружаться, потому что в любом случае вам придется из этого выныривать. Читайте больше, тратьте время на то, что у вас раньше не хватало. Занимайтесь теми делами, которые вас вдохновляют, и планируйте. Сейчас самое время планировать. И что будем делать дальше? Що буде робити далі, Шабатова, ви мені розкажете в кінці. А зараз скажіть мені, я дивилася, ви записуєте такі мотиваційні відео в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ви танцюєте зі своїм чоловіком, так? Ну, тобто, це настільки надихає. Скажіть, що вас підштовхує це робити? Просто это без этого в принципе невозможно. Нужно что-то делать, и невозможно сидеть. Вот, иначе ты будешь просто деградировать. Но в моем случае у меня есть огромная какая-то ответственность, да, во-первых, перед собой, понятно, а во-вторых, перед людьми, которые также ждут что-то от меня, также пишут, ну что. Я это, естественно, чувствую. У меня есть замечательно большая семья. Которая меня постоянно мотивирует и говорит, давай, мы все вместе. Вот. И да, прямые эфиры вообще, как бы, это что-то для меня, то, что я веду в Инстаграме, для меня это что-то новое, потому что раньше я не любитель вообще какой-либо активности. Вот. Но мне интересно, мне важна отдача. Я понимаю, что если я этого не буду делать, то, возможно, точнее, наоборот, я своим примером покажу, что нужно что-то делать. И люди, которые будут вокруг сидеть и унывать, они будут понимать, нет, ничего страшного, жизнь продолжается, можно выходить на улицу вообще-то, вот, не обязательно сидеть дома и умирать в четырех стенах. Можно как-то себя развивать все равно за это время. Вот. Чи спілкуєтеся ви зі своїми колегами з Грузії? Що вони розповідають? Є якісь, що там відбувається в нашій сусідній країні? Ну, в Грузії вся ця, звісно, да, ми обговорювали, у мене є друзі, дуже багато, і родственники, звісно. Танцори, скажу так, вони страдають, просто страдають, так же, як і тут. Особенно ті танцори, які не мають своїх больших колективів, але вони самі учасники колективів, вони там танцюють в ансамблях, танцюють в студіях. У меня есть друзья, которые, это студия Salent,
в Грузии, да, у них были мастер-классы, которые они там должны были проводить за границей, но они, естественно, затормозились. Буквально вот сам они поставили сроки четко тогда, когда начался этот карантин. И они чудом вообще успели попересекать границу и вернуться обратно в Грузию. Вот. Также ребята, естественно, все переживают, потому что все тоже волнуются о том, как потерять форму, не потерять интерес, о том, что сумасшедший бум в интернете вообще этого всего, уроков и так далее, вообще не потеряет ли человек к этому желание заходить в этот интернет. Потому что я лично сама вижу количество людей, которые появлялись в интернете. Вот. Что касаемо родственников, да, и вообще всей Грузии, все, конечно, очень переживают. В Грузии гораздо раньше началась вот эта вот волна с подготовкой, волна с карантинами. В тот момент, когда у нас объявили карантин, у них он уже длился 2 или 3 недели, не помню, в садиках, в школах и в университетах. Они, естественно, все попереходили на онлайн-обучение. Но мне кажется, Грузия, за счет того, что страна маленькая, население так небольшое, да, по сравнению с Украиной, естественно, в разы меньше. Поэтому, конечно, они волнуются еще больше. Мне кажется, там паника, ну, люди охвачены этой паникой больше, чем здесь. Вот. Но все равно все стараются, все соблюдают меры карантина. Вот это 100%. Все родственники сидят, вне зависимости, в Тбилиси они или в маленьких селах, они даже сидят, там моя племянница маленькая, которая 3 года, она записывает, значит, видео о том, что оставайся дома, в маске сидя, хотя это маленькое село, и откуда там мог появиться коронавирус, но тем не менее, люди все, как сказать, с большой долей ответственности, все переживают друг за друга. Це правильно. Отже, карантин закінчиться, ми вже про це говорили, рано чи пізно він закінчиться. Які плани Шабатоби? Що буде ансамбль робити? Студія танцю, верніше. Після карантину, так? Да? Після карантину. Ну, во-первых, після карантину ми відпразднуємо те, що нашій студії 3 роки, 29 апреля у нас буде день рождения. Я дуже сподіваюся, що цей карантин дійсно закінчиться 24 апреля. Хоча много подсказывает, что может быть и нет, но я все-таки надеюсь, что мы его сможем отпраздновать. Далее, сейчас нам приходит много предложений поучаствовать в онлайн-конкурсах. Я еще, честно говоря, не очень ознакомилась с условиями участия, да, в этих конкурсах, но сейчас как раз самое время. Не знаю, может быть, поотправляем или старые ролики, потому что общим коллективом мы не можем собраться и заснять, да, новые материалы. Возможно, будем использовать старые. Вот. А так, в дальнейшем, как только закончится карантин, мы приглашаем, во-первых, всех к себе. Мои дети, за которые детская группа, за которую я скучаю, мне кажется, даже больше, чем за взрослые, простите меня. Но я думаю, что эти летние каникулы все-таки мы с ними будем заниматься, потому что я очень за ними соскучилась, надеюсь, так же, как и они за мной. Будем готовиться к дальнейшим свершениям. Будем продолжать также ставить танцы, все это не умирает, все возвращается. Я думаю, что мы придем с новыми силами и с новым желанием видеть друг друга, осязать друг друга, быть участником в этой большой, ну и коллектива, и вообще любых собраний, да. Вот потому что мы большая семья тоже, но мы половину родственников вот не видим все эти 3 недели, потому что все сидят на больших расстояниях в разных своих квартирах и не выезжают. Вот. Поэтому Шабатова будет танцевать. Предлагаю и приглашаю всех, кто захочет после карантина сгонять лишние килограммы, или вдруг он почувствует, что ему не хватает жизни именно танца, ему хочется каких-то новых впечатлений, нового общения и вообще знакомства с разными культурами, потому что мы этническая студия, не только грузинский танец. Поэтому будем танцевать дальше. Шоу Мозгон. Шоу Мозгон, говорить Аліса Барамідзе, а я вам говорю, що ефір телеканалу відкритий продовжать мої колеги. Залишайтеся здоровими, залишайтеся вдома, тримайте один одного за руки, обіймайте один одного хоча б на відстані, даруйте один одному любов, танцюйте, радійте, адже всі карантини тимчасові, а життя наше єдине і рідні наші мають бути біля нас, і ми їм маємо дарувати свою любов та радість. Дякую вам, пані Аліса. Шоу Мозгон! Тримайтеся, і буде все добре. Дивіться, телеканал відкритий, не перемикайте нас, та будьте з нами і будьте щасливими. Дякую за